Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Предлагаю вашему вниманию комбинированный узор из двух ажурных дорожек. Возможно, узкая дорожка многим знакома. А так выглядят широкие дорожки в отдельном узоре. Вы можете выбрать любой вариант. Мы рассмотрим, как вязать комбинированный узор. Широкая дорожка 6 петель, узкая дорожка 2 петли, между ними разделительные изнаночные дорожки по 2 петли. Для образца 14 петель. Мы рассмотрим обе дорожки. Количество рядов в рапорте одного и второго узора совпадает, что очень удобно. Первый ряд кромочная, одна изнаночная. Накид, 2 вместе с наклоном влево или 2 вместе за задние стенки. Это первая дорожка. Далее разделительные 2 изнаночные петли. Теперь широкая дорожка. 3 вместе с наклоном влево. Таким образом, первую снимаем. Эти 2 можно развернуть. Обратно на левую спицу. Снизу провязываем. И теперь перебрасываем. Первую на второй. Далее. 1 лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Изнаночная и кромочная. Второй ряд и все четные ряды, как смотрит вязка. Третий ряд. Кромочная. 1 изнаночная. 2 вместе с наклоном вправо. Таким образом, первую провязываем, вторую снять, чтобы она развернулась. Обратно на левую спицу. И теперь вторую над первой перебрасываем. Накид. 2 изнаночные. И теперь широкая дорожка. 1 лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая. И теперь 3 вместе с наклоном вправо. 2 вместе провязываем за задние стенки. Третью петлю снимем, чтобы она развернулась. Все обратно на левую спицу. И теперь вторую петлю перебрасываем на первой. Изнаночная и кромочная. Четвертый ряд. Как смотрит вязка. Лицевые лицевыми. Дорожки изнаночными. Вот узкая дорожка. Широкая дорожка. Повторять с 1 по 4 ряды. Итак, мы связали раппорт двух дорожек. Надеюсь, все было понятно. До новых встреч!